Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарский сноубордист выиграл Кубок России. Крылья Советов перестали забивать в премьер-лиге национального чемпионата. Юные баскетболистки выиграли бронзовые медали первенства России. В финале первенства России по баскетболу среди юниорок сборная Самарской области заняла 3-е место. В медальном матче волжане одолели столичную «Глорию» 61-52. В символическую сборную турнира попала и лидер самарской команды Полина Козяр на позицию нападающего. Самарским горнолыжникам повезло больше. Мастер спорта Максим Рогозин выиграл общий зачет Кубка страны по сноуборду в МИАСе «Урал». На последнем этапе соревнований он занял 1-е место в параллельном слаломе и 5-е место в параллельном слаломе «Гиганте». Еще один армеец Богдан Богданов завоевал бронзовую медаль в параллельном слаломе в финале турнира. Самарские футболисты катастрофически теряют зачетные очки в премьер-лиге. Крылья Советов потерпели 3-е подряд поражение в чемпионате страны, на этот раз от краснодарской «Кубани». В первом тайме самарцы могли забить первыми, но Яхович не смог переиграть голкипера «Кубани». Во втором тайме крылья пропустили 2 мяча, сначала с пенальти, потом с игры. 0-2 – досадное поражение самарского клуба, и это уже 4-й матч, в котором крылья не забивают ни одного мяча. Сейчас Советы пока на 12-м месте, а в премьер-лиге сменился лидер. Ростов опустил на 2-ю строчку ЦСКА. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.